Вчера 9 мая прилетел голубь через балкон и сел на спящего мужа на спину. Мы пытались его накормить и напоить. Не стал, выпустили его. Вопрос, к чему это? Мужу 68 лет. Когда голубь прилетает и просит еды, его необходимо накормить. А вот о чем он говорит? О том, что появится очень сильный, очень большой доход. Обязательно кормите голубей, которые к вам садятся. Голубь – птица, которая приносит доход. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас бизнес начал много продавать, а также у вас нет бизнеса и вы хотите, чтобы он появился, научитесь кормить голубей. Голубь – птица, которая помогает или стимулирует появление новых хороших идей, а также нового хорошего бизнеса. Не напрасно профессор Мориарти, который в свое время кормил голубей, помните эту историю, наверное.